Всем привет, друзья! Сделать это видео побудило то, что пару недель назад на одном из форумов, отвечая на вопрос, я разместил схему, где было показано подключение обычной розетки. И комментируя эту схему, один товарищ мне написал, что, мол, схема-то у тебя нарисована не по фэншую. Ноль должен быть слева, а фаза, соответственно, справа. Я тогда в ответ отшутился фразой из одного популярного советского фильма. Я другой узел вижу. Однако решил поискать, откуда взялось такое утверждение. Потому что каких-либо нормативных документов, регламентирующих, с какой стороны в розетке должен быть ноль, а с какой фаза, мне встречать не приходилось. Существует утверждение как тех, кто доказывает, что фаза должна быть слева, так и тех, которые считают наоборот. Ну, благо, как говорится, интернет все стерпит. В частности, здесь утверждается, что нужно придерживаться правила подключения фазы в розетке на левый контакт. Но нужно сказать, что приверженцев правосторонней фазы все же больше. Обоснования, почему фаза должна быть именно справа, в некоторых случаях просто шедевральны. Например, в одном из видео на полном серьезе утверждается, что это связано с тем, что маленькие дети часто суют в розетки различные предметы, типа спиц. Причем, согласно неких исследований, в подавляющем большинстве делают это именно в левое отверстие. Поэтому, мол, для безопасности фаза и должна быть справа. Но где, когда и как проводились такие исследования, автор того видео почему-то скромно умолчал. Также многие ссылаются на то, что просто существует некое негласное соглашение электриков, что фаза должна быть справа. Но это уже какой-то масонский заговор получается. Вот только интересно, где принималось такое соглашение, и кем оно принималось. Но если откинуть весь этот пустопорожний треп, то откуда все же появилась легенда про фазу с правой стороны? Похоже, что все пошло еще с 1939 года, когда в журнале «Электричество», в статье о переводе городских электросетей на класс напряжения 220-380 вольт, говорилось о том, что контакты розетки не должны допускать замену нулевого контакта фазным. И при этом ноль должен находиться слева, а фаза получается, соответственно, справа. Далее можно вспомнить про ГОСТ 73-96-89. Сейчас данный ГОСТ в большинстве стран является недействующим, но на него очень любят ссылаться те, кто топит за фазу с правой стороны. Ну, там действительно есть вот такая интересная строчка про расположение фазы справа. Это, казалось бы, действительно очень сильный аргумент в пользу правой фазы, пускай даже с учетом того, что данный ГОСТ является недействующим. Но давайте посмотрим, в отношении чего написан данный пункт. Оказывается, это касается только трехконтактных розеток, используемых в таких странах, как Великобритания, Индия, Пакистан, ЮАР, и некоторых других. Поэтому вопрос, с какой стороны должна быть фаза, слева или справа, по крайней мере для наших сетей является бессмысленным. А главное, чтобы в трехпроводной системе, например, ТНЦС, она не выводилась на заземляющий контакт. Ну а все остальное, это уже на усмотрение монтажника. Ну, разумеется, в пределах одного объекта, например, дома или квартиры, желательно и даже нужно придерживаться однообразия. В свою очередь, ни один электрик в трезвом уме при замене розеток или подключении оборудования в определенной, скажем так, полярности, не будет полагаться на некие негласные правила, установленные неизвестно кем и неизвестно где, а всегда проверит, где находится фаза индикаторной отверткой, и измерит напряжение в сети мультиметром. Ну а что думаете вы по этому поводу? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр видео. Всем пока!